В минувшие выходные в нашем городе лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Toyota Caldina. Авария произошла на Бирском участке трассы М-52. В результате происшествия троих мужчин увезли кареты скорой помощи. 20 мая 2017 года в 19:40 на 38-м километре автодороги Р-256 произошло столкновение двух транспортных средств. 1985 года рождения, лишен прав на управление транспортным средством, двигался на автомобиле BMW 120i со стороны города Новосибирск в сторону города Искитим. На 38-м километре совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением водителя 1972 года рождения. В ГИБДД сообщили, виновник аварии, водитель BMW, ранее был лишен прав на управление автомобилем. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Сегодня в нашем городе случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, только уже с участием пешехода. Как сообщили в Бирском отделении ГИБДД, женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Yaris, двигался со стороны дома номер 55 по улице Микрорайон в сторону улицы Красная Сибирь. В пути следования совершил наезд на пешехода-женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте дороги справа-налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.